Итак, всем привет, народ, еще раз. Продолжаем мы смотреть за сегодняшним Weekend Cup'ом. 1-16 финала нижнего брекета, то есть нашего. Sega Mega Drive 16 бит, как и стартовал на наших стримах, так и сейчас продолжает свое победное шествие. One Way to Win против них выступает сегодня в 1-16, как я уже назвал, состав этой команды. Мега Дипломат, Ламерион, ФОРС. Я думаю, именно так читается. Скри и Вадян Формал Гейм. Формал. Не знаю. Ребят, простите сразу, если я читаю неправильно ваши ники. Сами понимаете, вижу я их первый раз, поэтому могу ошибиться. Без обид, ребят, сразу. Говорю это в начале практически каждой встречи, потому что есть такие ники, которые либо сложные, либо их неприятно произносить. Ну, понимаете, есть такое сложное для произношения там буквы или... Согласны? В общем, неважно. Sega Mega Drive продолжает, да, в том же составе. Step, One One, Мудаёк, Бикенбергс и Ice Cream. На пике снова сидит у нас Step. Капитаном команды является Ice Cream. Ну что, ребят, всем удачи и победы в этом матче. Я желаю только good luck и fun и так далее. Болею, не знаю за кого. В принципе... One Way to Win, вижу я их впервые, буду надеяться на то, что не зря они прошли в 1-16 финала и покажут действительно интересную игру. Sega Mega Drive, 16 бит, ну, все мы прекрасно представляем, что они могут предложить нам посмотреть и так далее. Я думаю, команда вполне себе интересная. Покажу у нас статистика One Way to Win на StarLadder в целом. Всего два матча они сыграли, я не знаю как, я не знаю почему. Возможно, это просто новая команда, ну, то есть, команда играет очень давно, но просто решили поменять там, я не знаю, свой клантек и сделаться One Way to Win OVTV. Возможно, и такое, но всего у них две победы на StarLadder и, собственно, две игры. То есть, они начали с сегодняшнего Weekend Cup'а, двух. Уже прошли, прошли они бомжей и кортексов, вижу 1-0 и 1-0, плюс 6 ПТС заработали, и сейчас всего 1006 ПТС на StarLadder. То есть, если ты регистрируешься на StarLadder, у тебя автоматически появляется 1000 ПТС, и уже 1000 ПТС ты идешь либо вверх, либо вниз. Ну, Sega Mega Drive 16 бит, я вам говорил, какой ПТС на данный момент, сейчас я вам даже его оглашу, если я найду. Ну, там 1800... чем-то, если я не ошибаюсь. То есть ребята уже наиграли огромное количество времени и выиграли огромное количество матчей. Так что такие вот пироги. Сейчас я действительно посмотрю. Я забыл как-то. Прошу прощения. Так, команда 1841 ПТС. Ну, собственно, примерно мы представляем, да, кому здесь, на кого здесь ставить в данной встрече, хотя One Way to Win могут продемонстрировать что-то нам интересное, потому что, опять же, напомню, я слежу за этой командой впервые, я думаю, вы тоже. Будем надеяться на то, что все получится у этой команды, и пока что будем смотреть пикибаны. Пикибаны у нас затягиваются, потому что бонусное время и та, и другая команда уже потратила, правда, немного, но все же есть. Sega Mega Drive на первый пик забирают себе Crystal Maiden, отвечает им Visa. Точнее, нет. На первый пик пикают у нас, как я понимаю, дайры первыми. Взяли они визажи и ответочку получили Crystal Maiden Патма от Сеги. Ну и сейчас появится кто-то еще. Не удивлюсь, если это будет какой-то второй саппорт, возможно, Виномантер, которого я так люблю.
Но Crystal Maiden у нас есть у Sega. Кстати, Crystal Maiden как саппорт отлично заходит под, я не знаю, под Storm Spirit в middle. Почему нет? Crystal Maiden со своей аурой на всю карту. По-моему, это здорово. Naga Sirena вторым пиком от команды One Way to Win. Мега Дипломат у нас сидит на пике сегодня. Ну вот решает на 2 ФП забрать у нас двух саппортов. Как вариант уже имеется. Снова Бристлбэк у нас в бане. Также в бане у нас Эльдер Титан, Разор и... бан Разора не просто так, я думаю. Бан Разора не просто так, поэтому, скорее всего, мы увидим Дестройера в мидле. Вот почему-то мне так кажется. Не знаю почему. Вивер от Сеги также у нас в таверне. И сейчас будет третий бан от команды One Way to Win. Увидим. Увидим, что же это будет. Кстати, вы слышали новости с Старладера, если вот кто интересуется. Из про-серии вышли парни под названием команды ОТВГ. Выиграли они у какой-то французской команды, я не помню название ее. Выиграли, прошли в Стар-серию, и на следующий сезон, уже на 9-й сезон Стар-серии на Старладере, мы с вами увидим и будем следить именно за этой игрой, комментировать их будет Вилат, Каспер, Годхант и так далее, все эти звезды, поэтому я не знаю, я просто очень хочу стараться, не знаю, что ли, как-то соответствовать им, хотя мне далеко до их уровня, да и, собственно, командам до Star серии также далеко еще, и той, и другой команде в этом сомнений нету. Sega Mega Drive пусть пытаются пройти дальше, я знаю то, что она бьется вроде как за слоты в про-серии One Way to Win, ну, пока что представляется новой командой. Посмотрим мы на нее. Возможно, это новая команда с прекрасным тимплеем, и сейчас просто от Сеги толком-то и ничего не останется, и на этом завершится ее путь в сегодняшнем Weekend Cup'е. Как вариант, это также остается, не надо это не учитывать. Абадон, Clockwork в банах от команды на третий бан, и сейчас будет четвертый бан от команды One Way to Win. То и что это будет, сейчас мы с вами увидим через несколько секунд, я думаю, потому что команды, ну, вроде как на третий, на четвертый бан задумываться долго, это как-то бессмысленно, я думаю. Сейчас просто надо забанить какого-то соул-мидера и там исключить, ну, Dead Profit вот выбирают, минус, минус пушащее ДП. Почему бы и нет, потому что ДП сам по себе герой гениальный. Хотя все меньше и меньше мы его с вами видим в таких вот профессиональных играх. Не в таких, как сейчас, потому что это не профессиональная игра, нет, это я неправильно сказал, все-таки команда еще не имеет статус про. Посмотрим, что будет в течение дальнейшего времени. Возможно, как раз-таки именно эти команды получат статус про, пройдут дальше, выиграют Стар-серию, поедут на International, выиграют 1 миллион долларов и будут счастливы. Ну это так, план на ближайший год и у той, и у другой команды. Так, ну что у нас там? Тимберсул третьим пиком для Сеги. В бан у нас справляется БХ. Ну и третий пик от команды One Way to Win. 23 секунды бонусного времени все остается у этой команды. Нужно уже будет что-то сейчас решить. Уже точно быть уверенным в том, что сейчас будет происходить. Ну я не знаю, правда, Doom. Вот так вот. Doom у нас есть, значит, никаких штормецких и инвокеров мы с вами в миде не увидим. Что ж, ладно. Правда, Doom еще и на Тимберсоу шикарно подходит. Как мы знаем, Тимберсоу контрит что? Орчит или Doom. Поэтому без своих спылов Тимберсоу это просто кусок железа, который толком ничего и не может делать, потому что с руки там дэмэджа как такового не имеется вообще. Так, ну что у нас там? Минута 35 бонусного времени. Пока что не тратил еще себе Sega. Вот сейчас оно как раз-таки пошло. Reserve time. Ну, я прям не могу. Меня уже бесит этот анонсер Dead Profit. Я не знаю, его надо убрать вообще. Алхимик тем временем доезжает до Sega. Почему-то мне опять кажется, что это алхимик будет саппорт. Вот я не знаю, почему Патма будет в роли мейн-керри. Вот хоть убейте, я не знаю, но мне так кажется. Thank you.
Что ж, времени остается опять-таки не так много на четвертый пик. Нужно сейчас One Way to Win. Либо удивлять соперника, либо брать что-то дефолтное, что-то. Ну, видим, двух саппортов уже, остался только Hardline. Bounty Hunter, Bristleback, Elder Titan у нас в банах вместе с Вивером. Timbersaw у нас забран от команды Сеги. Doom. Не знаю, правда, куда отправится у нас Doom. Возможно, это будет Doom Лесник. Doom соло легкая. Как вариант тоже имеется, в соло сложную его, естественно, не отправит. В соло сложную можно отправить кого-то, какую-то триплу с визажем Нагой Сиреной и Герокоптером. Как вам идейка? Doom занимает место в легкой линии в соло, и какой-то соло-мид остается для команды One Way to Win. Неплохо. Опять же у нас трипла способна убивать, визаж замедление, Нага Сирена сеточка, Герокоптер Рокет Бэрридж на первом левеле. Герокоптер, как мы знаем с вами, агрессивный керри-герой, способный убивать как и на ранней стадии игры, так и на мид-гейме, так и в лейт-гейме. Поэтому Герокоптер здесь заходит на ура. Я не знаю, почему симпатизирует сейчас мне больше пик One Way to Win. У них как-то все более слажено и более открыто, более читаемо, что ли. Как это все будет стоять, как это все будет изображаться. Возможно, будет трипла с Думом, но с Думом идти трипло это не вариант. Все-таки Думу нужен фастом 6 левел получить. Потом покажу у нас Пак и Магнус. Два соло-миди разобанены. Вот понимает команда то, что и той, и другой команде остался только мид-герой. Сейчас увидим, кто это будет. Не удивлюсь, если One Way to Win как раз-таки у нас Шторма возьмут, про которого я так говорил. Кого брать Сеги, даже не знаю. На самом деле... Может быть, квапу какую-то взять, не знаю, как вариант, вроде как имеется, там Нагу Сирену сбривать будет за секунды с помощью, я не знаю, там, скрима и ультимейта, почему бы нет. Визаж также будет разваливаться по КД. Ну, чтобы, знаете, так просто ворваться, сделать тут же один минус и свалить с блинка. По-моему, это здорово. Ну и что, SF-чик для Sega Mega Drive. Вот так вот решает команда. SF, про него я действительно забыл. Не думал я то, что SF-ы возьмут. Хотя, помнится мне, SF-а ребята любят. SF-ы ребята любят, как я мог забыть о нем, не знаю. Но так вот получилось. Что ж, у нас last pick от команды OVTV. Квапа. Как вариант, тоже имелось. Что ж, ну вот теперь у нас перед глазами весь пул героев, то, что мы с вами наблюдаем сейчас. В принципе, неплохо. Сейчас будет на что посмотреть, да, и всякие комбо-вомбы имеются вместе с Нагой Сиреной. Там, я не знаю, Sonic Wave от Квапы вместе со Скримом, колдаун от Герокоптера, Визаж, Фамильяры, Нага Сирена, рассказ Ультимейта. Все это, конечно, горит от Дума. Также в Думе у нас находится тот же Ван-Ван. Это фармящий Timbersaw? Лол. Или мне кажется, Ван-Ван же у нас фармила, SF занимает степ, к этому мы уже привыкли. Ice Cream остается играть на алхимике. Что ж, это алхимик саппорт, да, как мы с вами видим сейчас по пику героев. Именно так все и будет. Алхимик в роли саппорта вместе с Кими, с Бикенбергом. Ну и у нас Думы только не забрали. Надеюсь, что опять пауз никаких не будет. Игра у нас начнется нормально. Да? Правда, что ли, ребят? Правда, что ли? Ребята, вы чё? А как же пауза? Вау, я удивлен. Снова у нас шестой игрок. Откуда-то берется. Вот она, пауза. Не могло все начаться так просто, так легко. Действительно. Game is paused. Читать мы будем эту надпись очень долго, я думаю, потому что... Ван-Ван пока что ничего не объяснил. Это фармящий Timbersaw, неужели? Я не верю в это на самом деле. Фармящий Timbersaw мне не нравится эта затея, потому что Timbersaw не тот персонаж, который должен убивать героев по мере продвижения в лейт-гейм. Привет, Лёха! ФРС! Верни мой диск. Ребята знают друг друга, это, конечно, здорово. Лёх, верни ему диск, а тут что-то как-то вообще нехорошо получается. Это, наверное, он где-то еще сидит сейчас, Лёха.
Не поцарапай. Ну, естественно, как так? В наше время диски... В наше время диски это просто ценность еще та. Ладно, можно назвать, кто на ком играет. Пока что Ван-Ван будет играть на Тиммерс, упадет он фармить, Степ отправится на SF в мидл, Бикенберг с Кристал Мейден, Мудаёк, Алхимик. Кстати, свапнулись ребята, Айскрим, Патма. Состав команды SMD 16 бит, играют они за сторону Radiant против команды OVTV, которая у нас уже куда-то отправилась. Курица, Носорог, Скри, да, Скри, Нага Сирена, 4C. Queen of Pain отправится в мидл, Мега Дипломат играет на Визаже, будет он саппортить кому, скорее всего, в трипле, вот как раз-таки Герокоптеру. Пойдем дальше, Ламирион будет играть у нас на Думе, и Вадян фармила... Фармила гейм? Что? А, фармил гейм, блин, боже, делайте ники себе нормальные, ребят, вы меня бесите уже, отвечаю. Я просто не могу, уже третий день, точнее, не третий день, а третью игру... Постоянно есть один или два таких человека, которые... которых я недолюбливаю, можно сказать так. Ладно, простите, если чё. Выход в смахах здесь от команды Дайр в чужой лес. Можно здесь ловить как раз-таки Тимберсу, который сейчас отправился. Если он пойдет чекать руну, то может встрять Скри. Сеточку на первом левеле взял. Нагасирен бежит первый, естественно. Под башню они не полезут, потому что там башня раскидает всех пятерых из команды Дайр. Мне интересно, как 4FC отстоит мид против Степа, потому что я знаю то, что Степ еще тот задрот SF, поэтому здесь большой вопрос, кто у нас выиграет мид. ГЛ от 4FC. ГЛ, ребят, я присоединяюсь. Всем удачи, всем победы. Посмотрим и выявим победителя с вами все вместе. Что ж, крипы у нас сейчас пойдут. Мудаёк здесь вместе с Бикенбергом бегает в чужом лесу снова и прячется в вот эту вот нычку, как обычно. Вот я уже второй день вижу вот эту хрень. Вот эту хрень, действительно, так, здесь Ламирионы видели. За Ламирион, конечно, не погонится. Или что, или нет? Ламирион, спалил движуху или нет? Патма промазывает Ароум. Если был бы Ару... А, ну здесь понятно, почему тогда Ару у нас полетел. Выход здесь на 4FC должен быть. Если на первом левеле скрим не... не скрим, а блин, не возьмет квапа, то это будет большая ошибка. Сейчас Квапа пока что не качает ничего, и это действительно здорово, потому что понимает 4FC то, что не все так просто. Саппортов нигде не видно, ни на одной из линий. Ван-Ван здесь остается фармить против триплы. Если будет сильно агрессивничать, то может еще и погибнуть. Так, хорошо. Что там у Квапы? Квапа ничего не берет на первом левеле. Вы просто посмотрите, как будто знает. Так. Блинк, блинк должен быть сейчас, блинк, 4FC, и что, неужели убьют ее? Да, под тавером еще тычку! Хорош, ФБ, Кристал Мейден, Квапа отправляется у нас в таверну. Два ореха прилетает Кристал Мейден, также орех там получил Мудаёк. Первый левел, первый фраг для команды СМД, здорово. Все шикарно, 4FC возвращается на мид линию и первый фраг у нас заработал. СМД вышли вперед. Поздравим их с этим. Снова ФБ за этой командой. Снова ФБ за этой командой. Посмотрим, что у нас будет в процессе игры. Сверху у нас Ламирион будет стоять против Айскрима, который играет у нас на патме против Дума. Дум. Соло легкое, как мы с вами предполагали. Триплав сложный, то есть с этим мы угадали. Этому я безумно рад просто. Потому что я не часто могу угадать. Так, Вадян. Фармал гейм. Фармит пока крипов, по крипстату 6-2 пока что лидирует у нас Патма, 5-1 SF. SF удают души, да, это будет большая ошибка для 4FC в скором времени, потому что там отгрызать, конечно, SF стычки с лапы будет знатно. Всего сейчас 49 плюс 17 дэмэджа, еще и динает здесь крипов всех. SF 6-2, нормально здесь еще и вот, на тебе койл, можно еще один было койл откинуть, какой-нибудь дальний или средний, не знаю, уже на усмотрение степа было. Ну и Бикенберг вместе с, Мудайком. Если будет... Боже, я не знаю, я не могу уже произносить этот никнейм. Вместе с Мудайком фармят лес. Ладно. Флэккэнон от Герокоптера включается, здесь крипы будут падать очень быстро, хотя дэмэджа как такового у Герокоптера сейчас еще не имеется. На первом левеле взял он Рокет Бэрэдж. Степ. 49 плюс 27 уже урона с руки, очень знатный урон. 4FC сейчас здесь будет, конечно, просаживаться знатно. Если будет от СФ там пару тычек, я не знаю, слапы. Опять же, там 66 урона у Квапы. 52 плюс 27. Сейчас еще и какие-то, не знаю,
Бот уже летит для степа. Неплохо. И выход что? Выход в лес здесь находит. Кристал Мэйден. Кристал Мэйден минусует, естественно. Еще и рептайт минус армор. Бикенберга убивает. Банка была откинута в двоих. Ну и на этом все. Что ж, это первый фраг для команды ОТВ. Не было, возможно, СС от Ван-Вана. Почему, не знаю. Но, как вариант, также имеется. Здесь еще Тимберсу можно ловить, кстати. Будет ли сетка? Сетка есть. Там есть Тимберчейн, взятый на единичку. Хватает этого Тимберчейна, чтобы уйти дальше. 4 ореха. Здесь еще прилетают гирокоптеры. Мега-дипломат еще двоечку ловит нормально. Можно, кстати, сейчас... ну, фласочка есть. И хорошо, тогда уже ничего нельзя. Тогда уже ничего нельзя. Что ж, 1-1 у нас на третьей минуте игры. Неплохо. 4FC продолжает стоять пока что в мидле. 8-5 имеет крипстат. 16-7 степ выигрывает мид. Это можно уже констатировать. Уже точно. И драка у нас снизу начинается. Тимберс успели у нас визажа. Визажа минусует. Можно еще ловить. Правда, гирокоптера маны не хватает. Сейчас Кристал Мэйден качается через Фростбайт и ауру. Нормально. Кристал Мэйден сейчас действительно ей новая не нужна, как таковая. Ламирион здесь напрягает. Еще стрелу Ламирион ловит. Так, нормально. Еще тычку. Хорош. Фласка спасла Думу жизнь. Нормально, еще и горячую землю здесь включил. Дум вообще себя прекрасно чувствует. Мудайка здесь ловит, правда ловит еще и Ван-Ван. Рокет Бэдж пошел просто в никуда. И на развороте можно нарезать гирокоптера. Гирокоптер с половины хп, нужно ему отходить отсюда. Ван-Ван также получает здесь тычки. Еще и визаж харасит. Больно Ван-Вану, есть на первый левел взят реактив армор. Есть еще фласточка, сейчас будет фолловый Тимберсу у нас по хп. По мане немножко просел он. Айскрим тем временем фармит крипов вместе с Думом. Дум, кстати, а зачем здесь был сейчас глиф изюзан? В миде степ напрягает вышку. Нормально. СФу нужно, нет, все-таки выбирает ТП, ПТшки. Там Тимберсу снова у нас спилил гирокоптера на этот раз. Еще искрю просаживается, Мудайок в погоне до конца. Можно разменить, кстати, Мудайка. Мудайок должен убежать. Сейчас еще тычка минус Мудайок. Нормально. Визаж, еще плевок, минус Кристал Мэйден, хорош, мега-дипломат на развороте, минус 2. Вот так вот, нефиг огрызаться, Визаж знает, что делать в этой игре, нормально, 4-3. Хороший счет у нас, пока что Сега у нас лидирует, ОВТВ. Я не скажу, что терпит, но им неприятнее стоять сейчас на линии, вот это вот трипла пока что проигрывает, вместе с гирокоптером не оправдывается этот пик, Нага Сирена, посмотрим, что будет после получения шестых левелов у ребят. 4FC пытался откинуться сейчас даггером, ничего не получилось, 29-10 имеет топовый крипстат СФ сейчас в нашей игре. 22-5. Ну вот, пока что по крипам вроде как все ровненько идет у, и у той и у другой команды, но мид 4FC проиграл, это уже точно. Степ фармит с помощью кайлов здесь всех крипов, выход в смоке. О, кстати, интересный эффект на курице. Посадим мы лучше за курицей, чем за выходом в мидл. Интересно, а как... А, это рубиновый вроде как называется, там в миде у нас все-таки ловит 4FC, не прочитал он выход от саппортов на мид-линию. Это же рубиновый, да? Вроде как да. Рубиновый эффект. Я в эффектах не разбираюсь, у меня нет таких куриц. Кстати, что печально, потому что я куриц-то люблю. Степ берет хасту, хасту. Я бы изюзал хасту и на самом деле пошел бы навалить визажу и там бы и умер. Ну, это как бы было бы у меня сейчас в пабе. Что ж, у нас сверху здесь Doom. Айскрим пошел до конца. Правда, мимо станом промазывает Doom. Неужели Айскрим будет как-то мансить? Ну, не зря же просто так сейчас это делает у нас Айскрим. Неужели выживет еще Doom? Не добьют Айскрим. На самом деле не добьет. Или не добивает. Лол, 12 хп остается. Банку дали по тьме. По тьме сейчас отопьется. Быстренько все будет шикарно у Айскрима. Продолжим стоять дальше. Можно еще потратить ару, чтобы отпиться батлом. Восстановить себе МП. Ну и что, и продолжаем смотреть с вами. 6-3. 6-3 СМД пока что у нас занимают лидирующие позиции в этой игре. Спилили здесь гирокоптеру половину хп. Нормально. Степ в миде пока что ничего не чувствует. Вот я имею в виду ганков от саппорта. Дисконнект у нас СФ. А вот почему он стоял сейчас без дела. Нужно запаузить сейчас гейм. Да, пауза ставится. Ну, пауза на этот раз понятная, поэтому я никаких претензий иметь к ребятам не буду. Что ж,
Ладно, Дисконнект. Будем надеяться, что он вернется очень-очень быстро, чтобы не терять нам темп сегодняшней игры. 7-я минута, можно открыть графики, правда, графики сейчас толком ничего не покажут. СМД лидирует по XP в 2000, по голде, так, по голде у нас выходит в 1500, также СМД в лидерах. Что ж, неплохо. Неплохо пока что СМД готовит себе такую, я даже не знаю, как назвать, в общем, ладно. Я не могу подобрать нормального слова для этого. Reconnect SF. Продолжаем смотреть. Go от степа. Да, вроде все починили, вроде все хорошо. Go от 4FC. И степ сейчас должен на развороте просто выходить. Правда, здесь смоук ганг от виза же. Правда, это... Да, это смоук. Я подумал, что это руна инвиза. Скрю, нага сирена под смоком. Возвращается, правда, на свою линию. Сейчас Ван-Ван палит всю эту движуху, рептает. Ван-Ван не дотягивается! Лол! Неужели Ван-Ван выживет? Еще тычку? Нет, но все-таки это как-то было бы вообще уже странно, если бы Ван-Ван здесь еще и выжил. Скрю делает минус на Тиммерсу. 263 голды получает с него и 6-4. 8-я минута. 8-я минута, Ламирион фармит крипов. Ламирион себя чувствует здесь просто превосходно пока что. Правда, убили его один раз, Дум не оправдался. Я думаю, со временем у Дума все наладится. Так, здесь Ару полетел, Ару палит всех, кто находится у нас в кустах. В кустах не было никого. Герокоптер приносит себе фейзы. Тем временем Дум нафармил Баклер. Вот так вот, Дум идет у нас в Мекку. И решает он выйти именно в этот артефакт. Его выбор. Ван-Ван может нарезать здесь Герокоптера, на самом деле. Если бы там Тимберчейн взят на двоечку. Дотягивается все-таки так. Пошла у нас пила, пошла мимо. Калтаун еще хороший, вау! Что делает здесь Герокоптер? Вау! Вадян, формал гейм. Неплохо так. Там драка у нас началась еще и сверху. Минус алхимик. Здесь мега-дипломата. Нужно фокус. Да убейте вы не мега-дипломата. Боже, он же там на лоу хп еще успел плюнуть. Кристал Мэйден забирает все-таки визажи. Разменивается Дум на потму. И получился 3 в 2. У нас размен по всей части карты. Ну, да, вот так вот. Неплохо, неплохо. 5-й левел. Кристал Мэйден поднимает. 8-й левел СФ. СФ возвращается на свою линию. Сейчас квапа. Очень битая, но уходит. 7-й левел, практически 8-й получила, получил 4FC. Герокоптер снова пошел фармить вместе с Нагой Сиреной. Если что, у Наги Сирены там левел 5, ей нужен 6-й левел. Но кулдаун от Герокоптера просто царский. Здесь был откинут. Хорошо, что мы не пропустили этот момент. Мне прям очень понравилось, как Герокоптер здесь размансил Тимберсу. Это было действительно шикарно. Улетает Нага Сирена у нас на мид. Визаж сажает фамильяров. 2 фамильяра были посажены, застанили степа. И мега-дипломат огребает от иллюзий. Ой-ой-ой, сейчас фамильяра-то можно потерять. Нет, ну фамильяр уходит, 62 хп у него остается. Можно пушить тир-1 выжечку. Тир-1 выжечки остается совсем лол хп. Так, сетка пошла по степу. Сейчас ворвется 4FC, на самом деле, ей не удивлюсь. Если сейчас будет Sonic Wave по двоим, можно было бы Sonic Wave откинуть. 4FC-то может сейчас, ну, потерял он половину хп. Тимберсоу спилил там тем временем Герокоптера вместе с Айскримом. Айскрим не потратил ару, поэтому Ван-Ван, я думаю, в соло запилил Герокоптера. Что ж, хороший минус. 9-7. Ламбирион возвращает у нас фармить свою линию. В скором времени у него 166. Так, у нас драка еще на руне получилась. 4FC просаживает очень больно. Больно, естественно. Степ в погоне за 4FC. Ничего не получается. Там на Sonic Wave не было маны. Степу сейчас нужно отпиться. Ботл, в принципе, имеется. И пропустить уже, наконец-таки, эту пресловутую вышку, которая стоит. Слол хп здесь на миде. 164 хп. Задонайте нельзя было. Глиф есть? Глиф есть. В принципе, глиф юзается. Нормально. Нага Сирена прилетает. Но она здесь одна. Она здесь одна. Фамильяр палит всю эту движуху, которая происходит у нас сейчас в лесу. А что здесь делает Визаж? Объясните мне. Получает банку. Все это происходит. Так, еще и Фростбайт пошел. Мега-дипломат у нас встреет. Мега-дипломат у нас здесь. Минус. Или нет. Еще тычку. Визаж выживает. Приезжает 4FC. Так, мудаёк. Минус. Визаж. И Дум сюда приходит. Еще и разменивает Кристал Мэйден. 10-10. Патма. Ароу. Мимо. Вот так вот бывает. Дум отправляется у нас в леса. Там линия его оттолкнута в сторону Рейдентов, поэтому фармить ему там сейчас нечего. Ламбирион уходит просто в лес. Здесь получит сейчас всех крипов, может еще и съесть, получить спылы дополнительные какие-то, возможно, не знаю, криты или станы. Что выберет там Дум?
4 FC с половиной хп здесь. Правда, на степа можно выйти. Есть дум. Есть дум у дума. Оп. 4 FC прыгает за медло. Повесил на степа. Степа, скорее всего, убьют. Колдаун также пошел. Еще и дум и колдаун. Боже, все потратили на этого степа. Ну, конечно же, его здесь убили. Два ультимейта было тратить глупо, на самом деле. Дум мог и повременить. А вот колдаун залетел хороший от гирокоптера. Я думаю, так как колдаун там в откате у нас всего 45 секунд. А дум, извините, под 90 или под сотку. Неприятно. Что ж, Crystal Maiden 10-11 ОВТВ впервые в этом матче выходит у нас в лидеры. 12 минуты, можно открыть теперь графики, посмотреть, что по ним. Вот сейчас они нам что-то да покажут. Нет, ничего они нам не покажут. Прыгает у нас график, да. 1000 преимущества у СМД по XP. В 1000, точнее, 1500 выходит преимущество также СМД по голде. Но это преимущество очень-очень шаткое, там, с получением меки, и можно уже будет как-то агрессивничать все больше и больше. А мека там, кстати, у Дума есть уже? Да, есть мека у Дума. Приезжает она, собственно, ему. ПТшки дофармила себе квапа. А кого здесь поймали сверху? Патма делает минус на визажу. Вот так вот. Не помог расконтроль фамилярами здесь визажу в этом моменте. Возможно, он поймал Арроу. Да, Арроу он, скорее всего, поймал. Поэтому отправился в таверну. Что ж, Айскрим здесь должен фармить крипов, хотя фармить он здесь на самом деле нехорошо. Под башней можно было бы забрать одного или двух. В скором времени появится Яша. Яша уже появится, с Яшей будет Айскрим побыстрее. И уже можно будет показывать что-то интересное. Что ж, Вадян, фармила гейм, прыгает Айскрим, дает ару в непонятно куда. Здесь можно откидывать, колдаун в принципе имеется, а либо нет у Айскрима. Айскрим-то сейчас минус будет! Неужели выживет? Гирокоптер выживает, размен пошел, но гирокоптер отправляет, выходит победителем из этой драки. 11-12. А что сделал Crystal Maiden? Лол. Что сделал Crystal Maiden? Дум повесили на Тимберсу. Вот он, бесполезный дум. Сейчас Sonic Wave. Неплохо. Минус Crystal Maiden тут же пошла. У нас Мудаёк также очень больно просаживается. Под ультимейтом, правда, выживает. Реген хп 51. Степ нарезает. Больно. 1-1. Сбрасывается с него Doom. И можно пойти убить какого-нибудь 4FC. Почему нет? Можно резать сейчас. Идти дальше 1-1. Правда, маны сейчас нету. И отойдет отсюда Тимберсоу. Ой-ой-ой. Химик здесь виза же добивает, фамильяра одного оставляет в живых, а один, походу, погиб. То есть алхимик там сейчас 1500 на руках у алхимика, да, собственно, то, о чем мы с вами и говорили. Ван-ван, тем временем есть поинт-бустер. Ой-ой-ой, какой арроу царский, минус 4FC. Да, Айскрим попал стрелой, кстати, что интересно, Айскрим стрелу-то хороший дает в сегодняшнем матче, я как посмотрю, он там и в визу же попадает, правда, первая стрела, вот это была очень глупая, но там все было видно, там все контролилось командой ОВТВ, зато сейчас Ару залетают реально хорошие, полезные для команды, здесь еще и Ламерионы можно фокусить, Ламерион получает стрелу и отправляется в таверну, мека, нет, живет, Айскрим, есть, лип, ну можно идти дальше, ну надо делать минус на Ламерионе. Его же маны не было. Не успел прочекать это Айскрим, я думаю. Так, здесь визаж встреет, визаж встреет, ну да. Визажа цепанули, естественно, сделали минус на нем. Ультимейт от Патмы пошел, ну и что, и к чему он приведет? Ой-ой-ой, какой орол, Ламерион! Боже, это было близко, это было действительно близко. Рецепт на барабан у Дума имеется, барабан... Барабаны для Дума, но это такое себе, знаете, я никогда не был фанатом этих барабанов, хотя мувспид дают много плюсов к статам. Выбор игроков, если им подходит этот итем, так почему бы и не собрать его? Так, реже здесь 1-1 крипов. Вот, Тимберсу у нас был фармящий, да, в итоге что он выфармил себе к 15 минуте, у него нету блудстоуна, блудстоун должен появляться в минуте так на 17, если здесь сейчас Нага Сирена с ультимейтом, и стягивается сюда вся команда у ВТВ, сейчас ультимейт должен идти, да, ультимейт идет от Наги Сирены. Ультимейт идет от Наги Сирены, сейчас колдаун откидывается в троих, а хороший отжим сейчас от Наги Сирены, Sonic Wave прекрасный, правда никого еще не убили, Doom висит на Тимберсу, приезжает сюда еще под Мак, Crystal Maiden отваливается, Мудаёк под ультимейтом наваливает очень-очень знатно, 2 в 2, пока разменялись ребята, там взорвался СФ, Мудаёк под ультимейтом все-таки пытается что-то сделать, Ламерион с Level Death приговаривает его к таверне, Визаж делает минус на Патме, это 4 в 2, 4 в 2, выживает у нас один 1-1, на котором висел собственно Doom, уходит он отсюда, еще и дынают вышку ВТВ, и 16-17 ВТВ снова выходит в лидеры после этой драки на топ
линии. Что ж, весьма себе интересно так сейчас было продемонстрировано. У нас хороший ультимейт от Ноги Сирены. Также кулдаун прекрасно залетел. Ну и Дум повесил свой ультимейт на того, кого нужно. В принципе, если бы там был Ван-Ван в драке, все могло бы перевернуться. Но Ван-Ван был у нас бесполезный все это время. Ну что ж, 16-я минута, практически 17-я у нас началась. Вот после этой драки можно посмотреть графики. 3000 СМД лидируют. Правда, график у нас немного вниз опустился по голде. 4000 преимущество у СМД также. За счет чего они выходят так быстро по голде в плюс? Я не понимаю. Здесь нет ни Мидасов, ни у Crystal Maiden, ни у Timbers. Также SF у нас еще бомжует. Но есть, правда, Shadow Blade. Кстати, что интересно, SF собирает именно этот артефакт первым. Ну, не считая ПТ, я имею в виду, и только потом собирает БКБ. На мой взгляд, это правильно. На мой взгляд, это правильно, это всегда нужно делать именно так, потому что SF с Shadow Blade может уже врываться в драки и делать какую-то пользу команде, чтобы быть незаметным и в то же время выносить кучу дэмэджа, когда ты делаешь рассказ своего реквиема. Так, и Smoke Gang от команды DAR. Куда они выйдут, не знаю, скорее всего, выход в мидл сейчас будет нам демонстрирован. Мудайка ловят, ультимейт прожимается, когда он был откинут, и Doom еще повесил на Crystal Maiden. Но там минус, конечно, Алхимик, минус Crystal Maiden, да, также Мека юзается, практически все фулловые ван-вана. Просветки имеются у команды ОВТВ, боже, уходит отсюда ван-ван, хотя не вариант. Да, не ушел, все-таки под минус Армоном, там больно клопа пробило, еще и висит на СФ ракетка неприятная, сейчас застанет Степа, Степ получает ракетку, и, скорее всего, минус Степ сейчас закричит на него клопа, или нет, или без крика обошлись. Да, Ламирион вытанковал огромную кучу дэмэджа после орехов от Тавера, но самое главное выживает. Самое главное выживает. 16-21, ОВТВ у нас выходит в лидера уже точно. Ну что ж, пушится тир 1 вышка по медлинии у команды Radiant. Сейчас, так, здесь Arrow залетает в крипа, Патма. Как-то глупо сейчас все это было. Можно юзать руну инвиза и пойти убить кого-то. Так, Вапа отсюда уходит. Также уходит Нага Сирена. Почему Нага Сирена ушла дальше своих тиммейтов, точнее в другую сторону, я не знаю. Но можно было бы ее здесь ловить. Вот где-то вот здесь, вот знаете, когда был момент... Все тиммейты ее здесь, а она находилась именно в этом месте. Ну, это такие уже микромоменты, которые зачастую решают исход матча в доте. Но зачастую это не всегда. Тоже Crystal Maiden решает подфармить крипов в лесу с помощью Frostbite. Frostbite взят на единичку, аура замакшенная, что интересно. Поэтому Crystal Maiden сейчас не вносит кучу дэмэджа в драку. Ну, тут Frostbite, боже, какой же он долгий. Оп, тычка 7-7. Голды прилетело Crystal Maiden. Нужно купить сейчас варды какие-нибудь, не знаю. Потому что, если не знаю, что покупать, покупай варды. Это всегда, но здесь мека требуется для Crystal Maiden. Мека сейчас нужна must have. Просто тир-1, тир-2 вышка по топу сейчас. У нас дефицит от команды Dire. И можно идти за айскримом. У него есть, да, юзает он инвиз. Хотя здесь есть просветки, вроде как. Да, здесь видит, по центриком. Все это происходит. Айскрим под минус армором. Его видит, врываются здесь ван-ван. Кстати, больно порезал сейчас вот этих ребят. Скрю, ультимейт. Ультимейт и уходить отсюда. Надо уходить отсюда, хотя гирокоптер раскаст колдауна приговаривает Патму к таверне. 54 секунды ее не будет. Разменялись на визы же, правда. Но это все, что смогли сделать. Ну, убить Патму и потерять визы же, это, конечно, шикарный результат. Так, у нас здесь СФ под Думом сейчас умирает. Потихоньку видит его Ламберион, никуда не отпустит. Степ отсюда, да. Взрывается у нас СФ. Это 23-й фраг для команды ОВТВ. Дум даже меку не юзал, как я понял, потому что мека у нас без КД сейчас находится до сих пор. Гирокоптер получает крипов... Гирокоптера все шикарно, есть у него БКБ. БКБ 10-секундная, да, ни разу он не юзал, еще не видел я этого момента. Мека наконец-таки появляется у Crystal Maiden. Сейчас можно будет что-то уже агрессивничать, хотя по такой игре агрессию должны проявлять именно ОВТВ. Формящий Тимберсу, опять мы возвращаемся к нему. Я не думаю, что это именно то, что требовалось СМД в этом матче. Все-таки Тимберсу это действительно не тот герой, который должен фармить. Да, конечно, я не спорю то, что крипы нужны всем и всегда. Здесь ловит еще и Crystal Maiden. Crystal Maiden мека старается выжить, но меку он спалил. Ноу, закричала Нага Сирена, забирая себе фраг. И что, и на Рошана ребята заходят из команды ОВТВ, да, почему бы и нет. Иллюзии здесь падают очень-очень быстро. Ламберион включает горящую землю, танкует кучу дэмэджа. У кого там... понятно.
Ой-ой-ой. Подмажь помогла. Ару 5-секундным залетел в Рошана. Боже. Да, ну Рошан здесь, конечно, заберут. Не пойдут СМД драться на этом чуваке. Сейчас надо просто отойти. Возможно, подпушить топ-линию, что и делает, чем и занимается Степ сейчас. Да, должны пойти у нас какие-то сейф-ТП сейчас на вышку. Да, сейф-ТП одно есть, второе. Одно отменяется, лол, и можно сейчас резать. Кто у нас там? Наксирен также отменяет. На 2 ТП просто развели сейчас ребята из команды СМД ОВТВ. И надо пушить. Надо пушить сейчас, добивать вышку. Там Shadow Blade есть у SF. А SF как раз-таки оставляют. Ван-Ван уходит на тимберчейне отсюда. Да, собственно, что и происходит. Ван-Ван должен делать отсюда или просто уйти. Команда Dire сместилась в свой лес. Это все, что они могут сейчас продемонстрировать. Могут пофармить его. Чем бы нет. Doom поест здесь пару крипов. Переваривается он очень-очень долго. Так, что у нас дальше? Crystal Maiden находит здесь зафармленные уже стаки. Зафармленные они... О, гирокоптер ловит 5-секундную стрелу, и Ice Cream может делать минус, выбивается Aegis из гирокоптера, и все, и нужно убегать под меня отсюда. Crystal Maiden, Frostbite, а зачем? И что? Сейчас Crystal Maiden просто потеряла свой инвиз, и, возможно, встрянет, если Квапа сейчас прыгнет дальше. А Квапа прыгнет дальше, Crystal Maiden очень глупый мув сейчас был. Зачем был этот Frostbite? Я вообще не понял, для чего он был сделан. Еще один Frostbite. А, это бай такой был сейчас на Crystal Maiden, что ли, или что? Или я мало чего понимаю в этой игре. SF, в скором времени появится БКБ, минус 2 делают команда СМД на ОВТВ. SF забирает на Гусирену, Квапа отправляется в таверну. А, да, это был байт на Crystal Maiden, не знаю, был ли это байт действительно, или просто решили использовать Crystal Maiden для вот такого вот мува. Интересно. Ладно. Курочка, курочка. Такой-то носорог, конечно, плотный. Интересно, сколько он стоит на трейд-площадке? Ну, нужно будет посмотреть, сколько турбиновый эффект у нас голды дает. Ну, я имею в виду в цену. Ой, ладно. Что у нас? 24-я минута в игре. По графикам, по XP уже ОВТВ лидирует. Правда, после двух минусов, сделанных от СМД, 2000 преимуществ всего остается у этой команды. По голде СМД до сих пор находится в лидерах. Под 4000 они лидируют сейчас. Правда, по артефактам я такого не скажу, потому что Crystal Maiden у нас бомж. А, так же, как и бомж... ну, Ice Cream нет. Ice Cream я не могу назвать бомжом. Да и Алхимик тоже. В принципе, есть гем, кстати, что интересно. А гем у нас от кого? Скри. Да, Скри у нас погиб. Гем потерял, ну и мудаёк подсуетился вовремя. Смолганг, что ли, или сейчас что-то подобное будет изображено? Так, Нагасирена пошла кого-то ловить. Ультимейт имеется. Просто ребята выходят на мид-линию. Да, здесь вышка 508 хп, вышку надо забирать сейчас. Тем более с ультимейтом Нагасирены можно забрать и спокойненько отойти. Вот нужно поймать только сейчас момент, когда будут 3 или 4 героя рядышком, чтобы туда закинуть и кулдаун, и всю эту остальную ересь, которая находится сейчас в пуле команды ОВТВ. Да, можно пушить сейчас, просто забить и пушить. Приходится связать глиф, не знаю, ребята очень боятся. Здесь надо фокусить Нагасирену. Нагасирене бы отойти подальше сейчас. Банк накручивается от алхимика, и сейчас как только застанется Нагасирен... А, нет, вот так вот выбирают. Откидывается банка в гирокоптера. Я думаю, то, что как только у нас застанется Нагасирен, ее тут же сфокусят и убьют. Тем временем Патма у нас пушит тир-3 вышку вместе со своими... Вау, как много здесь катанов. Да, катанов здесь действительно очень много, и Патму сейчас примут на самом деле, если Патма у нас не уйдет вовремя. Ой, хороший лип, ой-ой-ой, просто зацарил здесь Ice Cream, на самом деле здесь проесть нечем. Риптай также не дотягивается, и Патма уходит просто. Шикарно, шикарно. Ice Cream делает просто нереальные вещи сейчас и спас свою медлинию, потому что я думаю, то, что там и под тир 2 ребята полезли из ОВТВ с ультимейтом-то Наги Сирены, почему нет? Так, ну и что мы с вами видим? Сейчас ДД, кстати, находит Crystal Maiden здесь, маякует. Скорее всего, Патма соберет. Да, скорее всего, оставит именно ей. Правда, и степы можно оставить, банка-то пустая. Выбирает Патму. Выбирает Патму. SF
Что есть у СФ? У СФ есть БКБ, что будет неплохо. Сейчас бы ему выйти в какой-нибудь, не знаю, Кристаллис и выфармить себе Деидалу, чтобы быть уже сильным не только по... как бы по ХП и по скиллам, а именно бить с руки. Очень-очень больно. Очень-очень больно. Ему прям нужно must have это, я не знаю, какой-нибудь Кристаллис должен появиться, либо выйти в Eagle Song. Что сейчас решит СФ, посмотрим, но я бы выбрал именно Кристаллис. Только после Кристаллиса уже можно покупать Eagle Song, чтобы нарезать скритов там очень-очень быстро. А, потому что так, урона с руки без скритов, я не думаю, то, что стоит брать. Поэтому... А вообще, ребят, что я вам рассказываю? У меня есть гайды, поэтому заходите, смотрите, язык русский, там вы все найдете. Поэтому... Такую мини-рекламу я себе сделал сейчас с этих гайдов. Поэтому играйте по нему, и вы никогда не проиграете. Вот. Да. Помяните мое слово. «19-24», тем временем 28-я минута в игре. СФ, ну и вся команда, собственно, СМД решает подфармить крипов. Здесь получает нужный левел алхимии. Кстати, а что нужно было для... Ну, алхимику вообще в целом. Так, Криста Мэдден собрала себе барабаны. Неплохо. Алхимик идет фармить лес. Так, здесь у нас кто-то встреет или что? Патма юзает ДД и уходит отсюда. Я не знаю, как здесь оказалась Патма. Снова этот носорог. Мы снова его видим. Я знаю то, что рубиновый эффект висит на вот этом, на Сноуле. Вот это действительно рубиновый эффект. А что вот это? Я даже не знаю. Ну, курица действительно очень красивая. Ладно. Оставим куру в покое. Так, 4FC. Что имеет 4FC? Есть БКБ, есть 15 стиков, есть ПТшки. Нужно выфармить сейчас, я не знаю, какой-нибудь хекс. Или просто урона с руки добавить, не знаю, дезолятор какой-нибудь, чтобы минус армор был. Как вариант тоже имеется. 4FC, посмотрим, что решит он. Герокоптер может напасть сейчас на Патму. В принципе, Патма у нас не такая уже и толстая. Аквил бы включить сейчас по тме, чтобы пушить линию. Под вардами все это дело сейчас палится. Передвижение Айскрима в своем лесу. Но Айскрим должен убегать отсюда, да, можно сейчас пофармить крипов на мид-линии. А будет ли даблстак здесь сделан? Да, Кристал Мэйд делает даблстак сейчас. Ну и Айскрим, я уверен, в этом пойдет сейчас фармить. Кстати, красивый вард стоит. Даблстак у нас сделан. Айскрим, ну так иди зафарми. Или для кого? Или для СФ оставят. Здесь Рошана уже чекают. Команда УВТВ, Рошана не находят. А, можно выходить за СФом. Правда, у СФ есть Shadow Blade. Там есть просветки. Там есть просветки у Дума. Так, СФа находят. СФ, Shadow Blade, и бежать отсюда. Да, Дум выбрал неправильное направление, поэтому степ отсюда убегает. Что ж, мудаёк фармит... Engine крипов, еще и ультимейт привязал Патма сейчас. СФ, СФ, СФ. Отправляется просто фармить. И кто здесь бегает? Патма здесь бегает, пытается напрячь 4FC сейчас. Дум, если что, рядом. Поэтому Патма понимает, что сейчас не по шансам. За Патмой погони, что ли? Или я не понимаю, как видит Патму сейчас? Потому что она-то вроде как ушла. Так, Crystal Maiden нужно бы стать немножко пожестче, я не знаю, возможно, ей купить какой-то брасер? Нет? По-моему, самое актуальное для саппортов во всем времени игры. Знаете, если вы проигрываете за саппорта, покупайте брасеры. Брасеры, я слышал, штука тонкая и вообще, по-моему, так помогает, что... Все шикарно сразу получается. Ладно. Ребят, напоминаю вам то, что это 1-16 сегодняшнего Weekend Cup. Я думаю, то, что после этой встречи мы с вами закончим. Потому что, сами понимаете, воскресенье, у всех дела, так же, как и у меня дела. И нужно будет как бы уже постепенно подходить к концу. Тем более, игра у нас немного затягивается. 30-я минута встречи, кстати, что интересно. У нас сейчас БКБ прожимает Doom. Doom может нарезать Crystal Maiden сейчас. Надо Фейза изюзать, да, Фейза изюзается. 1-1, Мека юзается. И кого здесь фокусит? Кого здесь надо фокусить? Мирана липается отсюда, нормально, на ХГ. Вполне себе неплохо липнулась. Так, и всю команду стянули ОВТВ на мидл. Сейчас можно принимать. Степ, нету. Нету маны сейчас. Если будет Shadow Blade, сколько там хватит? А, нет, ну хватит на рассказ Реквиема. Но это все, что сможет продемонстрировать СФ в драке. 3-200 на руках у СФ. Это Eagle Song.
Это Eagle Song, и нужно покупать SF его незамедлительно, возможно, оставлять степ на байбек, если что, как раз-таки поможет своим тиммейтам, если умрет и так далее, всякое возможно. Так, шестой плеер СМД приносит доминатор. Вот так вот, SF решает выйти в доминатор, но доминатор тоже штука тонкая и тоже очень нужный артефакт для SF, но я все-таки склоняюсь к тому, вот... Короче, читайте мои гайды. Все, я закончил. А итак, здесь ван-вана ловит, у нас 4FC избивает Тимберсоу. Тимберсоу, если что, есть Тимберчейн, убежит он, естественно, отсюда, да, еще и может пофармить здесь крипов. Правда, потратил последнюю ману здесь Тимберсоу, если бы здесь за ним побежала Квапа, то не знаю, чем бы это все дело закончилось. Алхимик выфармил себе уже БКБ, ультимейт взят на двоечку, сейчас нужно выфармить какую-то, я не знаю, кирасу, чтобы убить алхимику быстрее, потому что алхимик из саппорта у нас, как мы видим, делается в керри уже персонажа с помощью Кристал Мэдден, которая здесь стачит крипов. Да, теряет она, ну, точнее, качается она сама по себе с помощью, точнее, экспу она поднимает, правда, вот по деньгам просаживается Кристал Мэдден. Можно открыть нетворсы, чтобы они посмотреть, 15 тысяч у... SF, SF пока находится в лидерах. Герокоптер, кстати, мы герокоптер давным-давно не чекали, что мы герокоптер. Демонейдж появляется, доминатор также имелся. Вау, вот этот герокоптер будет нарезать сейчас очень-очень больно. Очень-очень больно, потому что герокоптер еще мало того, что не встревает, не умирает, имеет статистику 8-4-7, так еще и выфармливает свои артефакты. Здесь его не палят под вардом, потому что варда, ну вообще... По-моему, надо это запомнить. Если против тебя играет герокоптер в ЦМе, нужно всегда ставить вард вот сюда, вот на этих крипов. Либо вот сюда. Вот сюда. Ну и на Рошана ребята заходят из команды ОВТВ. Нормально так. По-моему, красиво. Ладно, тем временем Рошан у нас забирается. Что? Алхимик здесь понимает то, что движуха это к ничему хорошему не приведет. Нага Сирена, если что, рассказ своего ультимейта. Ультимейт готов. Не было уже давным-давно комбо-бомбы. Не было никаких драк, кстати, фамильяра здесь можно убивать. Да, фамильяра сотку голды получает. Айскрем можно кидать. Ароу. Ароу полетел и... Что, неужели? Дайр, дайр килл. Я думал то, что Рэдиант уже там... Сотворили всякое дерьмо. Так, ну давай, прожимает БКБ. Блейд Мейл пытается нарезать кого-то, получает кучу дэмэджа, также погибает один в один размен. Кристал Мэйден также у нас умирает, а тем временем две стороны пушатся у команды ОВТВ. Степ пронес уже мили-барак, практически пронес. Это минус мили-барак, здесь можно нарезать еще и... А, ну просто, да. БКБ это паут отсюда, ван-ван, также уходит, прекрасно. Разменяли Рошана на один барак, минус одна сторона, собственно, забыли про нее. Ну, не минус одна сторона, я имею в виду минус одна сторона для команды Radiant. Теперь о ней можно забыть, потому что она будет постоянно пушиться в сторону команды ОВТВ. И это действительно интересный мув сейчас был. Алхимик, то есть, отвлекал всю вот эту движуху вместе с Crystal Maiden. А тем временем, те, кто должны вносить дэмэдж, сумасшедшие, вносили дэмэдж по баракам. Неплохо. Так, ну что у нас? Тем временем, Тимберсоу выформил себе кирасу. Что интересно, есть худ, в скором времени появится пайп 4FC. БКБ больше ничего пока что у Квабы не появляется, умирает она по КД. 1500 на руках имеет, в скором времени появится, я думаю, какой-нибудь хекс. Ну, не в скором времени, но должен появиться, я думаю, именно хекс у нас будет варить Квапа. Патма промазывает ароу по... Ламирион, Ламирион, фейзы бежать отсюда. Есть демонейдж также у Дума, также прилетает сюда еще и герокоптер. Герокоптер уже с МКБ. Забыли мы про этого персонажа, потому что сейчас, если в открытой драке будет и драка будет 5 на 5, этот герокоптер внесет такое количество демеджа, что 150 плюс 105. Видим, да, это все под БКБ, это все с двойной жизнью за счет Аегиса. Ультимейт прожимает Патма. И что? И сейчас Ароу полетел. Алхимик, ну, отсюда скрютапаут просто делает. Сейвит своих тиммейтов. И тир-1 вышку по
Ботому не отдают. 20-26 лидирует пока что у нас ОВТВ без изменения. Ван-Ван решает здесь как-то, не знаю, крипов подпушить. Почему нет? Ван-Ван не уходит с этой линии. Понимает он то, что постоянный пуш сейчас требуется его команде. 200 имеет на руках. Здесь тем более еще и крипов фармит по КД. Почему нет? И заставляет всю команду ОВТВ бегать четвером от одного лайна к другому. Последний барак. Рейндж барак, который не регенится, стоит здесь у команды ВТВ. Сейчас его как раз таки и будут дефить. Кристал Мейден здесь видит. Кристал Мейден на самом деле ставит он вардец. Вард, кстати, стоит хороший. Герокоптер нарезает очень больно крипов. Также очень больно пробивает Дум. На самом деле это так. Ару залетает мимо. СФ. Скала фармит здесь всех крипов. И можно заходить там, я не знаю, разводить Дума на ультимейт или еще что-либо. Так, у нас там мид линия подпушивается. Мудаек под ультимейтом. Растягивают команду ВТВ сейчас, Ван-Ван. Сплитпушит парня, вот это называется сплитпуш. Пропушили тем временем первый, последний мили-барак. Кристо Мэдден здесь потеряют. Правда, в нее посадили все, Дум еще на СФ повесили. СФ. Скорее всего, не выживет здесь сам СФ. Но тем временем две стороны пушат. Сейчас мы посмотрим за тем, как СФ у нас погибает. Да, СФ взрывается. Сразу два ТП делаются у нас вниз. Ван-Ван уходит. Тимберчейн. Гадлайк у нас Ламерион имеет, но на этом все заканчивается. Нужно отходить еще под месть. Сейчас получает она стан, нарезает ее очень больный герокоптер, но правда Лип успевает потма прожать. Ой-ой-ой, сейчас фамильяр ее добьют, естественно. Герокоптер, правда, забирает этот фраг, это минус 3. Сейчас драться с командой ОВТВ вообще не вариант для Сеги. Им нужно играть только в спидпуш, что они, собственно, и делают. Минус одна сторона уже будет хорошим началом для этого. Алхимик просто заходит сейчас, просто посмотрите на это. Откидывает спрей и оставляет крипов один на один с фонтаном. Ну, не фонтаном, а со строением. Ребята выдвигаются по миду. Они просто забили на сейчас ботом линию. Просто хотят сломать тир 2 вышку. Правда, здесь сломать с Нагой Сиреной, Визажем и 4FC не вариант. Хотя вот еще и герокоптер сюда подтягивается. И Дума оставили на дефе. Дума оставлять на дефе, вот это, кстати, большая проблема. Калдаун откидывается в никуда. Здесь Мудаек еще под ультимейтом получает дагер. Но на этом все заканчивается. Да, тир 2 вышка все-таки у нас погибнет, скорее всего. Правда, есть там глиф, если что. Алхимик прожимает БКБ, банк в двоих откидывается, раз койл. Два койл, БКБ еще прожимает у нас алхимик. Да, нормально, еще там ультимейт на сирены потеряли. Ой-ой-ой, вот это большая ошибка. Вот это была реально большая ошибка. Ультимейт на сирены сейчас может изменить все, на самом деле. Ламерион здесь отдефливает бараки по... топ-линии, никуда его здесь крипы даже не отпускают. МКБ тем временем появляется у Патмы. И 22-29 сейчас, хоть и ОВТВ лидирует у нас по киллам, хотя преимущество за командой Сега. По XP у нас преимущество как раз-таки у Сеги 8000, по голде 15000. СМД лидирует за счет сломанных строений, как раз-таки которых они получили. Сатаник у СФа. Нужно ему сейчас что-то собрать на атак спид. Не удивлюсь, что должна появиться бабочка. МКБ тем временем покупает себе и Дум. Конечно, да, МКБ контрит БФ, все мы это знаем. То, что бабочка бесполезная, потому что с МКБ ребята не мисуют и так далее. Но это глупо. Ребят, купите тогда догон и Этериал. И вообще забейте на все. Тем временем вторая сторона у нас начинает просаживаться. Айскрим готов кидать Ароу. Сетка пошла в Мудайка. Ну, на этом, наверное, все. Ультимейт от Патмы пошел. Мудайок под... под блейдмейлом сейчас танкует очень много дэмэджа. Так, пошла просветка. Так, убивает там у нас... Дум убивает СФа. Правда, сам очень битый. Если сейчас сделать минус на Думе, то можно всякое все изменить на самом деле. Ламерион. Есть ли там байбек? Есть ли там байбек? Там. Не знаю, есть байбек или нет. Так, ребят, у меня здесь залагало. Ребят, простите. Не знаю, что случилось. Так, что со стримом? Со стримом все в порядке. Продолжаем смотреть дальше. Мудаек опять танкует кучу дэмэджа. Герокоптер, если сейчас умрет, отвалится, то это будет большой минус сейчас для команды ОВТВ. Умирает герокоптер. Умер Дум. Степ уже танкует, степ прожимает БКБ, просто нарезает бараки. Сейчас забил на все, отхиливается еще с помощью сатаника. И вторая сторона минус. Там тем временем Тиммерсол несет у нас топ-линию. Рейдж барак всего стоит у нас. Сейчас мили сломал. А степ и гуд гейм от скрю. Боже.
Ох, ребята запотели. Ох, ребята запотели. Good game открыл. И на этом, наверное, все. На этом, наверное, все. Сейчас ребята еще пообщаются между собой, ну там обсудят свои дела. Разумеется, как без этого. Здесь алхимик должен откидывать банку сейчас. Отличное завершение этого матча просто. Он показал все, как происходило здесь. Да. Отлично. Все, ребят, на этом у нас заканчивается. Dire Ancient падает 26-32. Команда Sega Mega Drive выходит вперед. Точнее, не выходит вперед, а выходит в 1/8 ОВТВ, хотя и лидировали по киллам. Но все же проиграли после такого сплитпуша дичайшего от команды SMD. Не устояли парни из ОВТВ, упрекнуть их не в чем, потому что они Сегу убивали. Еще сыграем. Естественно, ребята, еще сыграете, куда вы денетесь. Покажу у нас, что я говорил, то, что это будет последняя игра на сегодня. Скорее всего, это так и будет. Дела будут под вечер, поэтому, скорее всего, мы закончим. Спасибо всем тем, кто у нас сегодня находился на стриме. Спасибо всем тем, кто смотрел, кто будет смотреть игры в записи. Разумеется, записи я всем скину. Дождитесь. Ну и что, ребят, ссылку, группу ВКонтакте, Twitch, YouTube вы все знаете. Ссылки все находятся внизу Твича. Если вам понравилось, заходите, буду очень рад новым людям. Поэтому, что ж, спасибо вам за то, что смотрели. И на этом все. Пожалуй, да, сейчас музыка и закончим стрим с вами. Спасибо.